музыка веры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мир вам, дорогие братья и сестры! С вами музыкальная передача «Музыка веры» и ее ведущий священник Георгий Галахов. Сегодня нас ожидает встреча с творчеством российской певицы и композитора, поэта Елены Борисовны Фроловой. Она родилась в городе Риге, а песни сочиняет с 12 лет. С 15 лет она уже выступает на различных сценических площадках. С 1989 года она живет в Москве. Елена – актриса Московского театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Исполняет она романсы, русские народные песни, духовный стих, шедевры мировой и отечественной песенной классики. Альбом песен Елены Фроловой, с которым мы сегодня познакомимся, необычен, как и содержание его песен. Называется он «Блаженны нищие духом. Песни о чудаках, блаженных и Христа ради юродивых». Сейчас мы услышим в исполнении Елены Фроловой монолог Ксении Блаженной. Это поэтическая и музыкальная попытка автора прочувствовать, понять и ощутить состояние души блаженной Ксении в самом начале ее подвига. Итак, послушаем. Хайда на улице не холодно, тепло. Сердце не грустно, весело. Не упрямьтесь, ножки мои, надо вам найти. Не все время звездочки-то на небе светить. Ой, да, так звездочки ведет меня, милый-то на звездочки найдет. Не скучай, мой ласковый, я скоро добреду. Ни темно, ни страшно мне, дойду, не упаду. Все течет река дороженька, все ступаю осторожненько. Я по этой по реке вижу домик вдалеке, а молва щебечет по Руси. Господи, безгрешный их прости. Ксения блаженная в пути. Только бы до утра добрести. Ой, да, утро бы до света добрести. Расти, дотянуться рученькой до гладкой синевы, а другой, как лучиком, до краешка травы. Ой, да, стынет в поле горькая беда. Как вода, жизнь моя упрямая проходит не спеша. Где падет звезда моя, там выпорхнет душа, душа, душа. Все течет река дорога.
все ступаю осторожненько. Я по этой по реке вижу домик вдалеке, вижу старую игру. Ты родился, я умру. Во спасение Руси, Господи, прости. Пожалуй, главной отличительной чертой песенного творчества Елены ее исполнение является глубокое проникновение во внутренний мир, стиль, образность того поэтического произведения, которое становится основой даже не песни, а такого музыкально-поэтического произведения, в котором основным являются стихи и их исполнитель. Еще одна песня из этого необычного альбома Елены Фроловой посвящена блаженной Любушке Рязанской. Здесь, подобно первой песне о блаженной Ксении, автор обращается к тому времени жизни святой, когда внешне, казалось бы, ничего не происходит, а во внутренней, духовной ее сущности начинается решительный глубокий переход к ее подвигу Христа ради. Послушаем сейчас эту песню «Блаженная Любушка Рязанская». Три года жила за печкой, три года молилась Богу, три года сверчок беспечный, единственный брат и друг. Три года из жизни вечной, казалось бы, и немного, да только поди попробуй. Три года стоять вот тут, справа стена, слева стена, а под ногами бездна. Над головою Бог, это тюрьма, но для ума, а для живого сердца и этот уголок широк. Любушка, Любушка, Божия голубушка, сердце за печкой, душа в небесах. Разве не люди так, Господи, любят так, все равно любят сквозь горе и страх. Любушка, Любушка, Божия голубушка, птица небесная, а здесь на земле странная, убогая дурочка безногая. Но солнечная дорога открылась простою Богой, и выросли ноги, крылья, и бездна сомкнула рот, и вышли из заточения безумие и вдохновение. И с этого вот мгновения любовь по земле идет. Справа луна, слева луна, а под ногами полночь. Над головою Бог, сразу видать, что без ума, но вновь спешит на помощь безумная любовь. Любушка, Любушка, Божия голубушка, сердце беспечно, коль душа в небесах.
Разве не люди-то, Господи, любят так? Все равно любят сквозь горе и страх. Любушка, Любушка, Божия голубушка, птица небесная, спрячься во мне. Странная, родная, хоть и неземная. Следующая песня из альбома «Блаженный нищий духом» посвящена московской блаженной недавнего времени, еще не прославленной в лике святых. Это схемонахиня Ольга, в миру Лушкина Мария Ивановна, дожившая до 102-летнего возраста и скончавшаяся в 1973 году. Многие годы блаженная старица мужественно переносила выпавшие на ее долю страдания. Ольга прожила около 15 лет в полузатворе. Сразу после войны к старице стали приходить за помощью больные. К блаженной приходили за советом, за помощью не только миряне, но и монахи, семинаристы, священники. Духовные чада старицы Ольги рассказывали, что от нее исходило чувство необычайной духовной радости. Она умела передавать эту радость своим взглядом, прикосновением руки, и в душе страждущих людей после этого наступал покой. Скорби уходили. Похоронили блаженную старицу Ольгу с южной стороны храма на Калитниковском кладбище Москвы, вблизи церковной стены. Прошло уже 32 года со дня кончины московской старицы, схемонахини Ольги. Ее могила на Калитниковском кладбище стала местом паломничества для многих православных людей. Итак, песня «Ах, матушка Ольга», поет Елена Фролова. Ах, матушка Ольга, дитя и причуда, божественной сладости горькая весть, согрей мое сердце, пронзи мой рассудок единственной радостью просто быть здесь, единственным светом смущенной улыбки, фонариком маленьким тонким лучом. Найди меня в этой кромешной и жуткой реальной реальности живую еще. Возьми мою душу в ладони рассвета, укрой мое сердце платочком любви. Я слушаю голосом ветра, поющую где-то не здесь, а вдали. Ах, матушка Ольга, блаженное сердце, блаженная радость уставших людей. Ах, сколько нас, сколько просящих согреться у печечки светлой молитвы твоей. Ах, матушка Ольга, дитя и причуда, божественной сладости горькая весть,
Согрей мое сердце, пронзи мой рассудок единственной радостью просто быть здесь. Ах, матушка Ольга! Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго, милости Божией. Музыка веры.